вообще сегодня очень хороший момент совпал, когда хорошая погода и получилось взять технику у меня. Я хочу подготовить место под сено. В этом году, я говорил, у нас из-за жары, в общем, жидкая трава получилась и сена заготовили очень мало. Вот, поэтому только сейчас, ну в скором будущем, в общем, привезу сено, время август. Обычно до этого как-то раньше получалось уже заготовить, все там приготовить. Поэтому сейчас подготавливаю место. Ну и потом чуть позже привезут уже утюги. Несколько лет, то есть до этого собиралось, знаете, остатки от сена, как бы не навоз, чуть полегче, но они все равно спрессованы. Вот, и я подумал, что легче всего трактором все это дело собрать и увезти на навоз все это, что перекинуло. Завести, я сейчас его выключил. Я же не деревенский, как говорится. Ну, понятно, переехали в деревню, я всему учусь, меня учат люди. Вот, поэтому помаленечку все схватываешь на лету. Сейчас вот попытаемся его завести. Не так-то просто тут. Оп. Вот, ну-ка. Сейчас. Оп, ну-ка. Нет. Что такое? Взял, называется, технику, да? Поработать. Завести не могу. Колеса вроде надутые. Ну ладно. Попытка не пытка, сейчас еще раз будем пробовать. Так что еще. Самое главное все делать по инструкции, как учили. Еще раз.
чем все, что не влезло, все, что я не в это, подкидаю руками. И отсюда вот конечно. У меня опыта еще мало работы, поэтому где-то я лучше руками сделаю. Так постепенно глядишь. Поскольку у меня нету сеновала, вообще, конечно, ну, сеновал это правильно иметь для сена. Вот, просто бывает иногда, ну, там у тех, у кого много, например, скотины, и тюков очень много, там нужно какой-то мега
прессинговал. У меня скотина неплохо, например. Ну там в этом году 30 тюков. И в прошлом году сено я складывал вот здесь. Вот. То есть я положил шпалы и там доски. Тогда они здесь болтаются, в смысле валяются. Я их соберу, то есть ну нормально, да? И чтобы дождь и снег, ну вот используем вот такие палатки. Они тут из полиэтилена из какого-то вот состоят. В общем, пока другого выхода нет. Потому что ну либо ты строишь сеновал, вот это опять же тоже определенные затраты времени, ресурсы и так далее. Либо вот пока ты сеновал не построил, временный вариант, складываешь тюки просто и накрываешь их вот такой палаткой. Они бывают разных размеров, там 2-3. Это практически расходный материал, и хватает ее практически на один год, то есть на одну зиму. Потому что торчит соломка где-то, протыкает, рвется, у нас тут большие ветра, хоть мы и натягиваем. Вот. Ну иногда хватает ее на 2 сезона. Вот иногда. Ну а так, ну она стоит там 1000-1200, например. Это в больших размерах. Вот это вот 5 на 8, 1000. Ну вот приходится чем-то жертвовать каждый год. Но зато вот пока в таком времени я не построил себе сеновал конкретно. Буду так и продолжать только использовать эти палатки. Ну и все, сейчас дочищу. Чистить, где у меня вилка. Вот. Я так и буду сейчас набирать полные ковши и увозить. Такие, конечно, не очень. Все, последний. Толку никакого. Ну ладно, на этом уроке освоения деревенской техники подходит к концу. До новых встреч на видео. А я буду дальше продолжать наводить этот порядок. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.